каникулы мини-взвод кадетского класса Кошельской школы вышагивает марш в школьном дворе. Кадетский класс имени Андрея Касимова, балезинского мальчика, который погиб, защищая свою сестру от насильника, здесь открыли в 2016 году. Все это время кадеты под патронажем Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии. Ребята заметно выделяются на общем фоне как минимум выправкой, формой, а главное – серьезной внеурочной нагрузкой. Дополнительно ребята изучают предметы «История органа следствия», «История кадетства» была, «Основы этики», «Военная подготовка», «Строевая подготовка», «ОФП», «Основы восточных единоборств», «Хореография» и «Хоровое пение». Это ребята занимаются после учебного процесса, после уроков. С детства мечтала пойти в следственные органы. Ну, учиться сложновато немного, чем обычно, потому что хочется показать себя. Чем лучше учеба, тем лучше для нас. 9 класс, как бы новая тема, сложно очень. Надо учиться. Свободного времени немного бывает. Огневая, как у тебя? Хорошо. За сколько ты собираешь автомат Калашникова? Там разборка и сборка, по-моему, где-то 20 секунд. Одна из основных задач этого спецкласса – ранняя профориентация ребят на службу в следственных органах, а еще подготовка к поступлению в профильные юридические вузы. Готовить кадры со школьной скамьи в Балезинском районе сегодня в приоритете. Кадетское движение активно развивается. Патриотические классы и отряды работают уже в двух десятках деревенских школах и даже детских садах. 23 юнармейских класса. 2 класса под патронажем Министерства по чрезвычайным ситуациям. 1 класс в прошлом году открыли класс Росгвардии. Вот кроме этого, 2 класса есть на базе первой школы. Они существуют, классы пограничные. Кадеты со всего Балезинского района – частые участники патриотических смотров, республиканских, федеральных. Но на ближайшее время большие конкурсы никто не планирует. Во всяком случае, пока сложная эпидситуация не стабилизируется. Елена Обуховская, Василий Хохряков. Новости.